Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как живет после проекта «От пацанки до панянки» одна его участница. Это Влада Роговенко. А вы мне напишите в комментариях, как вы к ней относитесь. Недавно в своем интервью онлайн Влада Роговенко призналась своим знакомым из предыдущего телешоу «Супермодель по-украински» Соне Плакидюк, Сергею Никитюку и Алле Костромичевой. Она призналась, что действительно, да, Влада Роговенко беременна. Она то худела, то поправлялась, то опять худела, и вот она поправилась в связи с тем, что забеременела. А еще она сообщила, что это она так на Новый год погуляла. О беременности участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодели по-украински» узнала сразу после первой же задержки. Рожать ей предстоит в сентябре, сейчас она на четвертом месяце. Пол будущего ребенка Влада пока не знает, но надеется, что у нее будет дочка. «Я хочу девочку», – призналась она. Через неделю Влада пойдет на УЗИ и наконец-то все узнает. Отца будущего ребенка участница реалити нового канала не скрывает. Молодого человека зовут Александр. Он часто мелькает в ее инстаграме. Когда Сергей Никитюк поинтересовался, кто он и чем занимается, Влада сразу же все рассказала. «Саша у меня моряк», – поделилась будущая мамочка. «Профессия, конечно, так себе. Он по 6 месяцев дома, а 6 месяцев проводит в плавании. Может, это и хорошо, часто не будет мне надоедать». В мае он должен был уходить в рейс на полгода, но из-за карантина остался дома. По словам Влады Роговенко, она до сих пор до конца не осознает, что скоро станет мамой. И говорит, я, наверное, пока ребенка на руки не возьму, не поверю. Пожелаем Владе Роговенко счастья и хорошо родить ребенка, чтобы он был здоровеньким и они были счастливы. И напишите в комментариях, как вы относитесь к Владе Роговенко. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!